Башкортостане выявлено 2500 случаев нарушения режима самоизоляции. Из них 600 в Уфе. Все жители будут привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве республики. Усилен контроль за прибывшими в республику из Москвы и Санкт-Петербурга. С 10 по 12 апреля в регионе из этих городов приехали порядка 600 человек. Все они обязаны сдать тест на коронавирусную инфекцию и уйти на двухнедельный карантин. Начиная с марта по сегодняшний день почти 23,5 тысячи жителей Башкортостана пересекали российскую границу. Более 500 граждан находятся в режиме самоизоляции. Остальные уже прошли 14-дневный карантин. За соблюдением этих мер в республике следят более 13 тысяч сотрудников МВД, 900 дружинников и 300 членов общественных организаций. Напомню, в регионе нарушителям карантина грозит административная ответственность в виде предупреждения или штрафа. Для граждан сумма взыскания от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тысяч, для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей.